Кладбище Вараша. Вараша является одним из ранних исторических памятников Узбекистана. В некоторых источниках Варашу также называют Раджфандун. В первых веках до нашей эры здесь, на шелковом пути из Бухары в Хорезм, была возведена крепость. И вырос город, ставший важным экономическим и культурным центром Согда. Как писал Наршахи, Вараша не уступала по величию Бухаре, а по времени основания была древнее Бухары. Прежние стены селения по размерам равнялись стенам Бухары. Площадь Вараши составляла примерно 100 гектаров и служила важнейшей западной военной заставой, а также культурным и политическим центром Бухарского оазиса. Причин ее упадка рассматривается много, но все они не выдерживают конкуренции перед одной основной – это недостаток воды в ирригационных системах. Хоть в Вараше и было 12 растительных каналов, жители все равно не смогли бороться с пустыней, подступающей к стенам городища. Городище Вараша играло огромную роль в борьбе с арабами. До сих пор руины крепости являются немыми свидетелями жестоких битв при антиарабской войне. Как показали раскопки, дворец был построен в V веке и просуществовал вплоть до IX века. Стало ясно, что крепость представляла собой здание с расположенными в ряд тремя большими залами, которые условно называют «восточный», «красный» и «западный». Стены этих залов были украшены живописными рисунками. В красном зале на стенах изображены фантастические животные и сцены охоты на хищников. В этих залах вдоль всех стен шли удобные глинобитные суфы. В восточном зале суфа у стены имела широкую платформу. В красном зале перед суфой находилось особое возвышение для светильников и жаровин. К сожалению, остались лишь фрагменты стен, перекрытий и башен. Но даже то малое количество сохранившейся архитектуры удивляет и восхищает. Раскопки Вараши начались в 1937 году под руководством русского археолога Василия Шишкина. Во время археологических раскопок под песчаными завалами Вараши было найдено несколько тысяч фрагментов ганчевого декора, предметов быта. Сейчас эти уникальные находки украшают разные музеи страны.